Польше уменьшилось количество заявлений о предоставлении польского гражданства почти на четверть. Президент Польши рассмотрел в 2020 году 2730 заявлений о предоставлении польского гражданства. Канцелярия Анджея Дуды предоставила польское гражданство 2046 людям. В 2019 году поступило 3700 заявлений о предоставлении польского гражданства. Президентом предоставлено польское гражданство 2160 людям. Поинформировала портал InPoland отдел гражданства и помилования канцелярии президента Республики Польша. Какой же срок рассмотрения дела? Учитывая указанную динамику поступления дел, в настоящее время средний срок обработки заявлений составляет около 18 месяцев. Заявление рассматривается в порядке поступления. Президент не связан какими-либо сроками рассмотрения заявлений.